8 пожаров, больше 80 эвакуированных. Такой печальный рекорд поставила Ивановская область в минувшие выходные. Спасатели выезжали на тушение частных домов в Юрьевце, Пестяках, Пучеже. 5 человек спасли от сильного пожара на улице Уткина в областном центре. В Иванове возгорание также зафиксировано в 2 многоквартирных домах – на улице Фрунзе и Кузнецова. Жертв чудом удалось избежать. Специалисты Главного управления МЧС России по Ивановской области призывают жителей областного центра быть аккуратнее при эксплуатации электроприборов и соблюдать правила противопожарной безопасности. В феврале текущего года количество пожаров на территории Ивановской области увеличилось на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные причины, с чем это связано, это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил условий эксплуатации печного оборудования, электротехнических средств. Количество пожаров увеличилось в Вичурском, Тейкове, Иванове, в Лугском, Пестяковском, Пучском районах Ивановской области.